Привет, ребята! Сегодня с Кианом, Нэшем и Джей Си. И сегодня мы ответим на пару вопросов, которые часто нам присылают девчонки. Мы попросили вас написать нам вопросы в Твиттер со специальным хэштегом. И сейчас мы на них ответим. Почему парни ведут себя по-разному? Потому что, когда мы общаемся с девушками, мы такие более-менее нежные, а с друзьями мы такие... Да! Все круто! Слушай, если ты девушка, ты можешь быть другом парня. Дальше идут непереводимые слова. Что вы, ребята, думаете о девушках? Вы божий подарок. Мы ненавидим их. У-у-у, девочки. Пилно. Мы любим их. Как часто вы смотрите порно? Это странный вопрос. Да, это странный вопрос. Вообще, блин, вы охерели? Почему некоторые ребята постоянно лазят в штаны публично? Ну а что? Если рукам холодно, то можно положить их в штанишки и погреть. Внимание, девушки не могут это делать. Что вы думаете о бывших, которые пытаются разрушить нынешние отношения? У меня одна девушка была. Я никогда не встречал таких. Встречались ли бы вы с поклонницами? Да, да. It just blew air in my face all the time. Wait, what? And I unplugged it. А почему мы вообще не встречаемся с фанатами? Почему мы не встречаемся с фанатами? Потому что остальные будут сходить с ума, да, понимаете? Остальные будут сходить с ума. Твои любимые конфетки? Старперст! Почему бы не сделать видео про макияж? Это прикольно. Что? Что ты имеешь в виду? Макияж? Что? Иди отсюда! Вы шутите? Я думаю, макияж это нормально, если он не перекрывает естественную красоту. Если вы хотите сделать что-нибудь крутое, нанесите чуть-чуть макияжа. Лайнер для глаз хороший. Я ненавижу, когда девушка носит слишком много макияжа. Это вообще как пудра. Лучшая спортивная игра для девушки. Волейбол! Что вы, ребята, делаете, когда остаетесь ночевать друг у друга? Не время, Кэм. Когда мы остаемся на ночевку, мы просто веселимся, болтаем о девушках. Пишем бейбам. Красим друг другу ногти. Какая жена вам по душе, у которой хорошая карьера или домохозяйка? Если будет много детей, то домохозяйка. Стали бы встречаться с девушкой в еще раз? Не встречаться. Ну как? Как влюбиться? Влюбиться в двухметровую чику? Потусили бы вы с фаном? Мы всегда это делаем. Парятся ли парни по поводу своей внешности? Да чуточку. Корчат ли парни рожи у зеркала? Да! Почему парни редко плачут? Я не знаю, я очень эмоциональный, я могу расплакаться. Самая странная вещь, которую сделал вам фанат. Ударил меня по заднице. О, это не очень стрёмно. Одна девочка как-то потеряла свой iPhone 5. S. Она сфоткала свой нос и написала: «Встреть меня около моего номера в отеле. И отдай мне мой телефон». Какие поступки девушек вас раздражают? Я ненавижу, когда девушка ведет себя по-идиотски. Не делайте так. Или когда девушка ржет вот так. Тупой смех. Да нет. Да, нет. Это ужасный смех. Заботят ли парни внешность девушки? Лучше, когда девушка заботится о своей внешности сама. Фу, чувак! Смотрят ли парни на задницы других парней? Постоянно! Блондинки или брюнетки? Брюнетки. Я люблю их всех на самом деле, но брюнетки классные. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вы хотите посмотреть мое предыдущее видео, кликните на лицо Джейси. А если вы хотите подписаться, кликните на лицо Нэша. Всем спасибо за просмотр. Пока.